Вы занимаетесь снегоуборкой у нас в городе Полтава, да? Да. Откуда вы приехали? С Казачинского района. Ой, далеко. Вы здесь давно в Полтаве уже сейчас? Третьи сутки получается. Ну, да, вы здесь и ночуете, вас устраивает, да, да, все. Да, все уютно, хорошо, помыться, езде. Да. Вы работаете в две смены, получается, да? Ночью и днем. Да. Обед все устраивает. Все устроено, все вовремя. Спасибо большое. Спасибо, что вы делаете эту работу. Пожалуйста, ради старайтесь. Спасибо. Добрый день. Ну что, вам нравится у нас? Хорошо. Но дома лучше, да? Не, ну работа есть работа, ничего не сделаешь. Но не хуже вы себя здесь чувствуете? Нет. Все отлично? Нет, все нормально. Сервис хороший, тепло, уютно. Спасибо. Спасибо.